Любовь, здравствуйте. Сейчас, одну секунду. Здравствуйте. Это Татьяна по поводу работы. Удобно сейчас поговорить? Да, да. А Любовь, нам требуется менеджер в интернет-магазин с перспективой карьерного роста. А работа у нас удаленная, можно совмещать с другой работой, декретом, пенсией или учебой. Вы сейчас чем занимаетесь? Ну, пока временно еще работаю. Дома сижу. Поняла. А опыт работы в интернет-магазинах у вас есть? Или, может быть, был опыт покупок в интернет-магазинах? Покупок, да. Ага, поняла. Ну, смотрите, если опыта работы нет, мы берем без опыта, обучение мы предоставим. Работаем через интернет, поэтому населенный пункт значения для нас особо не имеет. Главное – желание зарабатывать, ну и доступ в интернет. Интернет у вас, я так полагаю, есть, да? Наверное, все. Да, конечно. А доход будет зависеть от ваших результатов. Есть партнеры, которые зарабатывают 20, 50, 100 тысяч рублей в месяц и более. У нас нет оклада, мы работаем на результат. Можно сотрудничать как самозанятый. О самой работе. Ваша задача – организовать товарооборот для компании, но не личными продажами, а организацией партнерской потребительской сети на платформе интернет-магазина. От суммы товарооборота этой сети вы получаете в среднем 10%. Допустим, организовали товарооборот на 200 тысяч, ваш доход 20 тысяч. Организовали 500, ваши 50. Это не ваш личный план, работаете группой менеджеров сообща. А доход у нас не разовый, а постоянный, то есть единожды организованная сеть будет приносить вам ежемесячный доход. Также есть бонусы и премии от компании. План действий у нас отложен до мелочей, чуть позже я расскажу, что конкретно нужно делать по шагам. А сейчас пару слов об ассортименте. Сотрудничаем с известным европейским брендом, который уже полвека на мировом рынке занимает лидирующую позицию в сфере прямых продаж. Речь идет о известной компании «Орион». Слышали про компанию? Да, я знаю, я там работала. Давно? Давненько, да. Продажами занимались или команду строили? Да, распространение. Угу. Ну вот смотрите, до недавнего времени, в принципе, почти все продажами занимались по каталогам. Сейчас компания активно развивает именно интернет-направление. В интернет-магазине, я думаю, с ассортиментом вы знакомы, если с продажами занимались, когда на этом акцентировать внимание не будем. В общем, мы создаем партнерскую потребительскую сеть. Кто такие потребители, думаю, объяснять не нужно. Это те люди, которые раньше по каталогам покупали, а сейчас могут прямо на сайте покупать с 20% скидкой, не переплачивая консультантам. Вот. А партнеры – это те люди, которые не только пользуются дисконтом, но еще и строят свои команды и зарабатывают. Я расскажу свой метод работы, как я конкретно команду собираю. Но это не единственный метод. В дальнейшем на обучении вы увидите еще несколько методов. Лично я целенаправленно выбираю людей на сайте по трудоустройству, то есть я ищу людей, которые ищут работу. Например, на Трудсхему или работу в России, на котором я ваше резюме нашла. Ежедневно от 5 до 9 тысяч новых резюме соискателей, так что вообще дефицита кадров нет. Выбираю 30-50 контактов, с которыми хотела бы работать, отправляем первые сообщения шаблонные. И дальше, если человеку интересно созвониться, созваниваюсь. Но 90% людей просят, чтобы я отправила голосовое сообщение. Поэтому я его заранее записала и, соответственно, просто рассылаю его. Дальше с людьми, кто готов попробовать, просто их регистрирует в команду. У него будет дисконт 20% на все покупки, плюс у него будет личный кабинет на сайте компании Oriflame для работы. Также добавляю в наши чаты по обучению, и дальше идет у нас сопровождение обучения. Из тех, кто регистрируется, примерно 10% реально остаются работать, потому что ну, не все сразу готовы включиться в работу, скажем так. И где-то 90% для начала становятся просто потребителями, покупают для себя. Ну, а в дальнейшем кто-то возвращается, кто-то не возвращается на работу. Может, кто-то просто потребителем остается. Ну, допустим, я когда в прошлый раз пришла, мне точно так же рассказали про бизнес, но я еще не готова была работать и просто была потребителем. 20% скидкой пользовалась. Вот, это один из способов, это как я работаю. На обучении вы сможете ознакомиться еще с другими способами организации партнерской потребительской сети, выберите наиболее комфортно именно для вас. Еще раз повторюсь, продажи мы сейчас уже не занимаемся, хотя, в принципе, это можно делать, если хочется. Ничего придумывать не нужно, система у нас отлажена до мелочей, есть шаблоны, есть пошаговые инструкции, что, как делать, где делать. Обучение у нас бесплатное, все есть в записи, поддержка в чате, в Telegram и Zoom.
У меня, в принципе, все. Если есть какие-то вопросы, готова ответить. В принципе, нет. Если хотите, можем попробовать. Я сейчас вам оформлю номер, добавлю на наше обучение, а дальше посмотрите. Хорошо. Сейчас вам скину тогда данные, которые нужны для регистрации. А Телеграм у вас есть, да? Телефона нет, но скачать не думаю. Да, скачайте, пожалуйста. Я пока вас буду регистрировать. Телеграм потом найду. Хорошо. Отлично. Приятно было познакомиться. До встречи в Телеграме. Парня ребенка.